Больш за 1000 запрашэнняў да ўдзелу ў міжнародным інвестыцыйным форуме 2016 адправілі ў Магілёўскім аблваканкамі. Гэта і гарады пабрацімы, і гандлёва-прамысловыя палаты. Арганізатары раяць бізнесменам звярнуць увагу на паўднёва-ўсходні рэгіён Магілёўшыны, дзе дзейнічаюць асаблівыя прэферэнцыі для інвестараў. Энергія ад сонца прынімаецца панэлю, перарабатываецца пастаянны ток паступает в подстанцию, где происходит переработка этого постоянного тока в перемены. И сбрасывается вот высоковольтная линия, которая вот тут идет рядом. Будаўніцтва сонечной фотоэлектростанции у Чэракаўскім районе атрымалася у выніку инвестфоруму 2014 года. Кошт энергетичного проекта больше за 3 миллиона долларов. Магутность сонечного комплексу 3 мегаватты, здольна забеспечить электричностью городский район. Будаўніцтва распачалі у мае, плануется, что у жніўні станцию увядуть у строй. Працу атрымают 7 человек. Мы закупили оборудование в Германии. Это полностью все новое оборудование по последней технологии. Обратно со стороны государства существуют льготы в отношении таких инвестдоговоров. Существует коэффициент, который будет увеличивать еще закупочную цену. И поэтому это очень привлекательно на сегодняшний день для инвестиций. Льготное податкообкладание, безвыплатное корыстание земельным участкам – такие умовы робят бизнес привабным для замежных инвесторов. У Могилевским аблвыканкаме отзначают, что отрымливают водгуки и пожаданий поудельничать у сёлетнем инвестиционном форуме. Процентов 40 тех протоколов намерений, которые мы подписали в 2014 году, они реализовались в заключенных инвестиционных договорах. Поэтому мы видим, что результат есть от подобных мероприятий, но мы должны понимать, что эффект он не такой быстрый. Проведение таких форумов привлекает заинтересованных лиц, потенциальных инвесторов, которые видят, что здесь можно работать и нужно работать в Беларуси. Новинка сёлетняга инвестфоруму – выстава сельгастехники. Одной из самых цікавых повинна стать и секция белорусско-китайских односин. Нагадаю, международный инвестфорум «Мельница успеха» пройдет у Могилёве 4-5 листопада. Алина Соловьёва, Александр Тарасов. Новины «Регион».